А вот продукт номер один для тех, у кого болят суставы. Состав этой эфирной смеси сейчас перечислен. Вот здесь, посмотрите, как много ценнейших масел, которые обезболивают вместо лекарств. Очень люблю вот эту форму в роллере. Есть еще форма во флаконе, но чтобы ею воспользоваться, надо его открыть, куда-то капнуть, разбавить базовым, после этого наносить, после этого пахнут руки. Роллер удобен тем, что не надо ничего капать, не надо ничего по рукам размазывать. Роллер. Просто берем, мажем то место, где болит тот сустав, и получаем эффект обезболивания. Запах, конечно, не очень приятный, но лучше так, чем с болью. Продукт номер два – это то же самое название Deep Blue, глубокий синий, но это БАД. Это добавки, капсулы. Вот так они выглядят. Принимается внутрь два раза по две, по одной капсуле или один раз по две. Состав вот здесь читайте, посмотрите тоже, какой богатейший. И этот БАД это пожизненная добавка к пище для тех, у кого опорно-двигательный аппарат нуждается в поддержке, потому что это защита мышц, суставов, сухожилий, связок, костей наших, в общем, всего опорно-двигательного аппарата. Продукт номер три – это масло, эфирное масло Копайба. Сделанное из смолы копайских деревьев. Это очень мягкое масло. Пожалуй, единственное такое приятное и вкусное масло, которое можно принимать прямо внутрь, под язык. И это вместо обезболивающих таблеток. По своему действию Копайба схожа с диклофенаком, с метотрексатом и прочими обезболивающими средствами для тех, у кого постоянно и сильно болят суставы. Это эфирное масло, которое является обезболивающим широкого спектра действия, то есть при любых болях, не только суставных, но и вообще любых болях мы можем принимать это масло. Продукт номер четыре. Эфирная смесь Digestzen. Это пищеварительная смесь. Смесь вот этих масел, которые работают с желудочно-кишечным трактом комплексно. То есть, поскольку мы знаем, что аутоиммунное заболевание, такое как артрит, берет свое происхождение в кишечнике, то мы должны работать с кишечником в первую очередь на устранение воспалительных процессов и всех неприятных симптомов, которые сопровождают этот процесс. И в этом нам как раз помогает эфирная смесь Digestzen. Буквально одна капля на ложке меда или масла, запиваем чаем и получаем моментальный эффект устранения дискомфорта в желудочно-кишечном тракте. Продукт номер пять – это очень простое, даже банальное масло из кожуры лимона. Казалось бы, при чем здесь артрит и масло из кожуры лимона? А дело в том, что у этого масла есть удивительное свойство латать, заживлять воспаленные участки на всем протяжении слизистой желудка и всего кишечного тракта, желудочно-кишечного тракта. И несмотря на то, что это одно из самых дешевых масел Дотерра, масло из кожуры лимона, по своей эффективности получения результатов по антивоспалительным свойствам, он один из первых. Это очень вкусное питье, мы просто разводим его с водой и пьем как вкусную водичку. Я показала вам 5 основных продуктов, с которыми мы входим в интенсив антиартрит.
на самом деле продуктов, с которыми можно работать по устранению причин артрита и по обезболиванию, больше. Вот хотя бы даже то, что у меня сейчас в руках. Это замечательный крем Deep Blue. Это вот такой стик Deep Blue. Это тоже все инструменты для обезболивания и для снятия воспалительных процессов при заболевании, при артрите. Но на самом деле я не стала говорить много о дополнительных продуктах и еще о протоколах, в которые входит не менее десятка разных эфирных масел, просто потому, что это уже будет версия для более продвинутых, тех, кто захочет идти дальше и работать глубоко со своей проблемой. Самое главное – это понимать, что если кто-то написал вам в карточке слово «артрит» или «артроз», то это не означает приговор. И это не означает следование только одному пути, который, как правило, бывает тупиковым. Надо понять, что всегда есть запасной путь, есть альтернативный вариант, и если вам сейчас судьба протягивает руку помощи и предлагает рассмотреть этот альтернативный вариант, то терять вам нечего. 13 мая запускаю интенсив, и заявки принимаются до конца апреля.